хозяева Samsung более довольны, нежели владельцы iPhone. Об этом свидетельствует анализ твитов пользователей о гаджетах. Согласно новому исследованию, пользователи смартфонов Samsung более довольны, нежели владельцы iPhone. Об этом свидетельствуют результаты анализа твитов пользователей о своих девайсах, передает Finance.com. Графика наглядно демонстрирует, что положительных отзывов о смартфонах линейки Galaxy больше, нежели об оппонентах. В определенный момент линия Samsung резко идет вниз, объясняется это неудачей с флагманом Galaxy Note 7, который массово воспламенялся. Что касается недавно выпущенного iPhone X, то пользователи довольно сдержаны в своих оценках. Ряд владельцев недоволен мощностью аккумулятора, а также хрупкостью самого гаджета. При этом замена стекла в смартфоне – процедура дорогостоящая. Ранее корреспондент Net сообщал, что эксперты назвали лучшие смартфоны 2017 года. Лидером был признан Samsung Galaxy S8. По материалам сайта Newsgroup.com.